Так, ребят, привет всем. Ну вот сегодня 31 марта 2021 года. Вот. И я вас беру с собой прокатиться на Darling Harbour. Вот, время уже после обеда, далеко после обеда, 3 часа. Я прям сейчас вот включила камеру, вот сейчас вот прокачусь. Вот, у меня есть маршрут в голове в моей. Вот я по этому маршруту еду и прям на трамвае и домой. То есть где-то постараюсь сделать видео такое. Пусть оно будет длинное, но вот кто хочет, будет смотреть. Кто не хочет, мне останется на память. Вот, и сейчас я буду проезжать по пешеходному мосту, который называется Пимот. Раньше по нему ходила монорельсовый трамвай. Вот, я очень жалею, что у меня... Ну, тогда, видите, тогда был 2 гигабайта. Тогда я фотографии делала больше. Видео занимало место и забивало всю память. Вот, ну вот, сегодня 21 год. Я здесь еду на самокате, ребят. А так, вот такой вот мостик. Вот это Darling Harbour, ребят. Darling Harbour, это, естественно, очень-очень занятый был. Индустриальный райончик. Вот, сейчас я вот немножко буду ездить. Тут много говорить не надо, тут надо много смотреть, ребят. Вот видите, это называется Sea Walk, море, морская прогулка. Вон, даже эти бордюры, смотрите, какие. Вот, видите? Вот мы сейчас вот с вами поэтому поедем. То есть я сейчас перееду мостик, съезжу вон туда. Там мы уже были, я вам, помните, показывала вот это новое здание, казино. Вот, и вот сюда мы вернемся. И вот по этому Sea Walk поедем. Вот, ну вот, поехали. Поехали, посмотрите, как здесь красиво, приятно прогуляться, а прокатиться еще приятнее. Вот видите, сейчас вот мы переезжали. На самом деле этот мостик был, вот видите, будочка. Мостик был разводной. Ну вот я смотрела, там вот один разводной мост на Розелле, который вчера я, вот у меня не было места записать. Он раскладывался не как у нас вот в этом раскладывается, в Санкт-Петербурге, воротами открываются, да? А просто вот одна часть поворачивается вдоль реки. И получается вот такой промежуток, проезд. Сейчас покажу. А второй что-то нету. Или я уже 2 проехала? Так, вот тут типа зоопарка, аквариум городской. И типа зоопарка там. Террариум, кенгуру даже можно посмотреть. Вот. Давайте я сейчас еще вот так вот сделаю. Несколько кружочков, чтобы вид вам показать. Вот сейчас на трамвае ехала, ребят. Вот, знаете, прям вот снять камеру и смотреть. Там столько вот автострад, автодорог вот так идет. Прям вот петли. То есть не мост идет, просто вот мост. А все это многоярусное. Вот такая вот Darling Harbour. Очень это место для людей, кто любит в ресторане покушать. Я думаю, что у меня нет? У меня нет очков, ребят. А без очков нельзя, а? Сразу глаза горят, чувствуется. Вот, так что у нас вот такая вот сегодня прогулочка. Сейчас мне, скорее всего, придется спуститься ногами. Ногами-руками, но это ничего страшного. Эскалатор есть, но я вот на эскалаторе не рискую. Не рискую. Вот, кстати, дорожка есть. Велосипедная. Но она у меня уводит из... Нет, я по ней не поеду, ребят. Это, наверное, просто дорога. Дорога в город.
А мне надо в этот, под мостик по этот. Так, ну может здесь лифт есть. В любом случае есть здесь. Вот эскалатор точно. А, вот есть лифт, ребят. Сейчас я вот здесь вот по коктейльному байчику, барчику проеду. Вот здесь вот несчетное количество ресторанов всяких разных. Несчетное просто. Вот. Поэтому если вы хотите вкусно покушать и красиво посидеть, то вам сюда. Вот такая декорация, смотрите, интересный. Кит. Скелет, видимо, настоящий. Ну, может, не настоящий, не факт. Так, а мы поедем вниз по лифту. Конечно, вот Австралия и без туристов, это, конечно, грустно. Я уже, наверное, повторяюсь, я говорила это уже. Но такие вот места, они созданы для туристов. Как сказать, не за один день. Это вот строилось все, как сказать, наворачивалось день за днем. Надстраивалось, открывалось, вкладывались деньги. Опаньки.